если это ты. С тебя демка, если это ты. Тренер Картл. Мой фанат, оказывается. Ну-ка, бля, сейчас соль возьмем дедовскую. Да полегче, полегче, блядь. Ебать, нахуй, фанаты разъебывают, блядь. А чё так сильно? Ебать, просто шафтер. Жесткий. И чё делать? Как выигрывать-то, блядь? Пацаны, вообще, ребята, нахуй. Пожалуйста, не убивай, большая черепаха. Так, 22, да, красная? Нихуя! Видишь, что блядь? Блядь, блядь, ты нахуй. Нахуй так разъебывает-то? Вот! Другое дело. Тебе пизда. Поймали тренера Картера, блядь. На Ютубе, говорит, хочу оказаться. Да что ж ты такой, Рейлер, ты сильный. Нахуй так бить-то меня. А? Ты ж фанат мой, блядь. Разбейся, ну по-блядски. Не надо, не надо, брат! Какие банки, блядь. В ответку, но. Просто с дедовским нахуй. Тынч. Тынч. Хуй, он просто пуляет, что ли? Вот этот, блядь, отстань от меня! Как он так не может? Нахуй он так делает? Да ш... Ебать, там шафт! Шафт 600 миллионов, нахуй! Он боится, я чувствую его страх. Ты ж не будешь в меня стрелять? Иди сюда! Ха-ха-ха! Расследуем, бля!
Уф. Сильно. Это решающая. Решающий фраг. Накал страхстей. А вдруг он победит? Нет, 6-5, ребята. Он такой, блядь, я почти выиграл агента. Ну соль! Ебать! Полегче нахуй с такими, блядь. Ох! Еле ушел, Николай. Заруба зарубная. Как он так ебашит? Он хочет, блядь, зарейлить меня полностью. Еще попал. Еще попал. Ебать, ребятушки. На, ёптать! Я крыса ебаная! Появляется армор 46. 45. И забираем красную, прекрасную. Опять попадает. Он нервничает. И мы побеждаем своего фаната, блядь, кое-как.